Всем привет, друзья и подписчики. Приветствую на моем канале. И, конечно же, нас всех волнуют новости о BAE-маркетинг. Да, очередной перенос брифинга. Разные у кого мысли, у кого какие-то там... Кто-то потирает ладошки. А, я же говорил. Вот, ну, говорил и можешь продолжать говорить. Кстати, спасибо за комментарии. Можете еще побольше написать там. Единственное, как только если перейдете к оскорблениям, удалю и заблокирую. А так, ради бога, давайте к конструктивному диалогу пообщаемся. Вот. Почему перенесли брифинг? Брифинг перенесли вчера официальное заявление о том, что основные работы закончены полностью. Осталась настройка и запуск компании. И впереди у нас 2-3 дня на то, чтобы уже мы увидели работающие кабинеты. Вот, поэтому компания приняла решение о том, чтобы не проводить брифинг, не там кормить нас снова завтраками, анонсами, там еще чем-то, а именно уже сказать, по факту отчитаться о проделанной работе. Это официальное заявление. Вот, был, еще раз повторюсь, да, было озвучено 2-3 дня на настройку и запуск, поэтому мы в ближайшее время увидим. Кстати, предупредили о том, что будут изменения в кабинетах, даже увеличение балансов может быть, да, то есть как, откуда-то вдруг свалились деньги, вот, да, то есть это могут быть какие-то технические тонкости, именно связанные с настройкой, вот, поэтому наблюдаем, конечно, я бы рекомендовал не дергать кабинеты, там каждые 5 минут не заходить, не смотреть, потому что это, ну, все-таки тоже нагрузка на серверы и, ну, не очень полезно будет, поэтому давайте просто дождемся. Да, я думаю, что в командных чатах все равно появится информация о том, что вот заработало. Ну, естественно, всем хочется быть вестником, да, первой ласточкой, которая принесет эту добрую весть. Вот. То есть компания, в принципе, продолжает работу. Компания, как и обещала, выполняет свое обещание. Да, немножко нам, конечно же, хотелось бы, чтобы все это было быстрее. Конечно же, хотелось бы, чтобы все это было, ну, как бы... Сейчас сразу и все сразу, да, сразу и много, вот, но как есть, вот, поэтому спасибо тем разработчикам, которые трудятся, действительно работа совершается, мы видим это в кабинетах, и продолжают подтверждаться покупки, продолжают появляться новые партнеры, кстати, да, то есть, если раньше было там что-то 20 с чем-то страниц, да, онлайн-магазин. Вчера оказалось 68. Там, правда, цифра периодически меняется, но будем смотреть. Вот, там я посмотрел, и Теле2 появилось, и Яндекс.Такси, и Сберздоровье, и какие-то банковские продукты. Не буду комментарии давать и гадать, как это будет работать, с чего там будет начисляться кэшбэк. Вот, я думаю, что на брифинге мы это узнаем. То есть наверняка будут заданы вопросы от лидеров, и руководство как-то это прокомментирует. Это прямые договоры там, или через какую-то, или, может быть, даже через вот эту платформу, которую они создали, новую. Вот, в общем, работа ведется. Ну и, конечно же, да, ждем запуска, ждем того, что в скором времени все снова заработает. Мы увидим снова движение средств в наших кабинетах. Конечно же, есть немножко такие, как бы, ну вот, сомнения, они приходят, да, что ну вот опять. Но нужно понимать просто объем работы, который совершен. Нужно понимать, что это, ну, перенос на новую платформу, это не быстро. Настройка систем, там удалить, выявить и удалить всякие ошибки, протестировать. Конечно же, на все это, причем большой объем данных. Вот, ну, это нужна серьезная работа, да, то есть это не просто там сесть в кино посмотреть, вот, поэтому, друзья, набираемся терпения, набираемся ожидания, предвкушения, я бы сказал бы, вот, и снова будем в строю, снова будем работать, снова увидим те плюшки, да, которые, те плюсы, которые приносит компания. Почему я так стою и топлю за компанию iMarketing? Объясню немножко. Не помню, говорил я об этом, не говорил в предыдущих видео. Вот, на сегодняшний день я не знаю. Да, то есть занимаюсь финансовой грамотностью и помогая людям
выходить из долгов, там, из всего, вот это вот, поправлять свое финансовое состояние, я не встречал еще лучшего предложения. На самом деле, впереди, как я и обещал, я на днях сниму видеообзор, почему это не пирамида, потому что я представляю, сколько там уже потирают свои потные ладошки, чтобы написать там какой-то комментарий, едкое слово по этому поводу. Ну, ребят, ну, просто, ну, потратьте время, это поднимет активность моих видео. Вот, и спасибо вам за то, что продвигаете мой канал. Вот, поэтому давайте конструктивному диалогу, я всегда открыт. Для, ну, единственная просьба, да, если будете там переходить на оскорбления какие-то других участников, там, меня, то, ну, буду блокировать. Вот, а если, не, если будете просто нормально конструктивно общаться, ради бога, давайте писать, давайте будем общаться. Вот, возвращаемся к e-маркетингу. Да, почему я, компания мне нравится, почему компанию я отстаиваю, именно отстаиваю ее работу. Потому что я не встречал лучшего продукта, где можно заработать с небольшим входом. Да, то есть я не работаю с пирамидами. Вот, я принципиально не вкладываюсь в такие компании, которые там какие-то торги на биржах, как, в каких-то там участвуют вот этих финансовых махинациях. Здесь вполне внятный продукт, да, здесь вполне внятная, понятная схема работы. То есть это кэшбэк, это торговая система, да, то есть это товарно-денежный оборот, который в принципе просто присутствует в нашей жизни. Сегодня кэшбэком занимаются все абсолютно, да, то есть любой банк, любой там более-менее там магазинчик, да, уже предлагает какие-то скидки, баллы, карты накопительные, вот, и это в принципе, ну, как бы рабочая схема. Поэтому я именно отстаиваю. Но для того, для тех, кто хочет с небольшим входом, да, то есть с небольшими какими-то вложениями, особенно это в регионах, то эта компания, конечно, ну, просто находка. Вы знаете, действительно, сегодня много очень каких-то сомнительных проектов, действительно много каких-то таких вот, ну, откровенных пирамид, да, где там ни регистрации нет, непонятно, чем занимаются, да, то есть внятного какого-то продукта нет, и при этом нужно вложить какую-то сумму, да, которую там ты ну, обещается какая-то доходность, но тебе нужны там хорошие суммы, да, для того, чтобы что-то, какой-то ощутимый результат получить там в ближайшем будущем. Вот, здесь можно зайти с небольшой суммы, даже в трудных для себя условиях что-то можно выбрать и уже получать какой-то результат. Поэтому, именно поэтому я отстаиваю компанию e-маркетинг. Лучшего предложения я пока не нашел. Вот. Итак, друзья, да, ждем запуска. Впереди у нас 2-3 дня. Вот. Ну, я добавлю еще там плюс-минус там день-два. Вот, но к воскресенью, я думаю, что мы уже увидим результаты, мы уже увидим какие-то движения в кабинетах, хотя они уже есть, в принципе, вот, и будем радоваться, и снова будем в строю, снова будем активно работать и зарабатывать. Поэтому, кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал, там есть ссылки, для того, кому интересен проект, заходите, там есть ссылки, давайте общаться, пишите комментарии. И всем добра, процветания и мира.